Хотя Пригожин скупил уже много пропагандистов, вот в частности Соловьев и Симонян уже работают на Пригожина, не на Путина и не на администрацию. Вот, то есть да, его влияние велико, но это никак пока не гарантирует ему победы, просто он очень быстро взлетел и красиво раздулся. Но пока у него на пути еще серьезные препятствия в виде Патрушева, серьезные препятствия в виде Ковальчуков. Это препятствие на пути к президентскому креслу, поэтому сказать, что он легко сменит, нет.